Вот теперь хорошо Москве. видно. Ну Так. вот, у меня живет Барнаул, Так. мой родной брат. У Так. него есть дети тоже. Соответственно, они тоже хотели отправить к вам в лагерь своего сына. Сыну сейчас Опять сколько? скрылась у вас. Все, скрылись. Ну ладно, говорите. Еще непонятно, почему оно у вас так. Не знаю. Вот и я вас теперь не вижу. Ну вот, сейчас подожди. Это что-то с Ну вот, сейчас интернетом, да? подожди. Это что-то с интернетом, да. Это интересно. А Это когда бывает интересно. с телефона же сходит вот так вот? Сходит Вот вот так сейчас вот. Вот видно. сейчас видно. Еще Интересно. раз Я эхо нет вас, пошел. может, Эхо опять. пошло. Ушло. Вот. Сейчас есть? Да, видно. У меня стационар, поэтому у меня очень спокойно. Ну и дальше Непонятно. рассказывайте. Вам брат сообщил, что у нас лагерь есть, да? Я обратилась к нему с вопросом, не порекомендует ли он куда-нибудь. Мне вот у дочери сейчас проблемы. Дочери 14 лет, полных будет 15 скоро. Вот. Немножко она у нас отбилась от рук. Назовем это так. И мне бы хотелось ее из этой обстановки вот полностью переключить на что-то совершенно новое, на что-то совершенно иное. И, собственно, показать ей какие-то другие стороны жизни, что ли. Вот так вот я бы сказала. А ну-ка, что-то еще там потревожьте, так, пошевелите, чтобы вы появились. Вас не видно. Неудобно как-то это же говорить. Я не знаю, что еще здесь. Вроде все нормально. Ну, не совсем, нет, вообще нету. Жалко, конечно, что так пошло. А, у нас лагерь-то православный. Угу. А чем дети занимаются там вот Сначала я скажу биографию лагеря. Да. 1000 это будет 44-й год. В свое время мы были единственные на весь Советский Союз, православный лагерь. Чем они занимаются? У нас все не такое, как в лагерях. С самого начала. Мы берем только верующих. Пусть она слабо верит, но она не отрицает, что есть Бог, которого мы признаем и которому молимся. Мы православные. Это не сектантские никакие, просто официальное православие. Там у нас, мы строим с нуля православную деревню. Она тоже пока единственная у нас в стране такая. Первым делом храм построили. Брат мой родной, он протоиерей, священник. Поэтому у нас служба суббота-воскресенье и лагерь ходит. А если она неверующая, она зачем будет себе отпуск портить или сказать каникулы? Вот. У нас очень строгая дисциплина, никаких вольностей. И родители расписываются об этом. Что если он неправильно ведет себя, предупреждается ребенок, а если он дальше не понимает, физическое наказание есть. Допустим, ребенок матерится. С ним ничего не могут сделать. А от нас он уезжает, он уже забыл про матерки. У меня крапивы там хватит. Но родители расписываются, да, мы согласны. Мы смотрим на результат. Люди, которые у нас были в лагере, если мальчики, они никогда не попадают под дедовщину. То есть они все живые. Они учатся послушанию. Встаем мы очень рано. Для лагерей это такого просто нету. Мы встаем в 5 утра. А как солнышко сейчас будет за 22 июня, тогда мы в полшестого, в 6, вот так мы идем как бы за солнышком. А ложиться спать каждый день, они голосуют референдум. Бывает, заиграются там в футбол или еще что-то. Думают, купаться поздновато уже. Но они знают, вставать нужно вовремя. У нас мы не бегаем, не кричим там, то Валерка или кто-то. Колокол ударил, сколько ударов, они знают. Ногой замахнулся ударить по мячу, колокол ударил, он ногу опустил и бежит со всех ног. Мальчики к девочкам не имеют права даже рукой прикоснуться. Это целомудрие. Ну, все как бы должно быть, по Слову Божию. Ежедневно занятие Словом Божьим. Вот утром встаем до 8 завтрак, в 2 обед, в 7 ужин. Вот первое до обеда. Они работают. У нас свой огородчик лагерный, зелень. Второе. Пилим дрова, потому что мы в степи находимся. Но теперь у нас стационарное электричество, холодильники, своя баня, колодец, стирка. Теперь уже нас нельзя сравнивать, какие мы были, допустим, 20 лет назад. Ну вот что еще сказать? Какая форма? Мы говорим, что с собой взять, как они должны быть. Никаких брюк на женщины даже не минуется. По Библии это мерзость. И поэтому, если она дома это все видела, ей, может быть, тоже это не понравится. Она должна это добровольно все Что принять. принять? Добровольно, что она нравится, не нравится, но она приняла это, приняла, и дальше она идет легко, ей будет в этом русле.
Если она с чем-то еще другим там баловалась, у нас этого не положено. Телефоны, всю электронику они сдают на сохранение. Там у нас место есть, где никто никуда не звонит. А если нужно звонить, мой телефон, телефон старшего воспитателя у вас будет, вы позвоните определенное время. И ей в куху подставят телефон, не давая в руки. И тогда вы сможете поговорить. Угу. То есть мы не позволяем, куда попало и что попало говорить. Ребенок акклиматизируется 2 недели. Срок нашей путевки месяц. Если пожелают больше, можно продлить. Угу. Необычность лагеря та, что если мы знаем родителей, а бывает родители не знают, где отдохнуть, они могут по своей путевке быть у нас в лагере. Но воспитание детей абсолютно никак не вмешивается. Никак. Угу. Никто не имеет права наказать ребенка, ни родители, ни бабушки, никто. Угу. Эта власть принадлежит только мне, как начальнику лагеря. А наказать я уведу рядом келья, все молятся, я с ней поговорю, там по голенищу бывает хлопнут сеткой, это чтобы звук был. Uh-huh. И она понимает, что шутки кончились. Uh-huh. Бывает ударит там кто-то кого-то, без наказания у нас это не останется. Он знает, это 7 горящих, то есть 7 раз я его крапивой прожгу. Uh-huh. Они заранее, родители расписываются, дети знают, и некоторые... На начале там еще до дошкольного возраста, и сейчас уже со своими детьми приезжают, до 20 лет уже приезжают. Угу, угу. Да, было бы, они второй раз уже не приехали. Ну да, понятно. Вы потом проверьте у себя, что у вас там с этим... С видео. С поморищем почему-то перерубило все. Ну да, я проверю, но... А если она, например, не, скажем так, не очень хочет, это не очень добровольно, это возможно? Невозможно. Это добровольно только. Потому что мы православные, у нас насилия никакого нет. Он сам ребенок должен избрать. Я избрал лучшее. Он должен поверить. Мы даем вам литературу сейчас. Вы зайдите, тут стоит в интернете 38 моих книг, 38 томов. Угу. Вы зарядите Игнатий Лапкин, сайт. Сайт называется. Угу. Не форум, а сайт. И на сайте там вы увидите 55 папок откроется. По-русски в Яндекс зарядите Игнатий Лапкин сайт. Библейский сайт. Угу. Библейский сайт. И там вы увидите книгу, она уже почти в развернутом виде, для слова Божия нет уз. И там дается объявление, оглавление. В оглавлении говорится, сколько лагерей станет. Во все увидите. Там множество фотографий. Отдельно папки там по 55 папок. Дети, воспитание, лагерь. Вы прочитаете. Ну, прямо хорошо. На сайте. А технически это все как осуществлять? Вот если мы, например, в Москве находимся, то какие-то сроки заезда? Или мы должны сами... Сроки заезда 10 июня. Это мой день рождения, мы заезжаем. Потому что в этот день государственные лагеря точно так же делают вход. Мы на них ориентируемся. Тут угу. было холодно, дожди. Вот в среду следующей недели. 10 июня. Июня. Уже у нас заезд. Угу. Знаешь, сколько затруднений, тут такие правила ввели. До этого мне городская администрация, УВД края помогали с автобусами, а нынче нет. Какие-то угу. ремни надо на каждого ребенка, и приходится сейчас за свой счет все это выкупать автобусы. Угу. Это не просто так. Ну, то есть у вас централизованный заезд из Барнаула, там определенное время все да. собираются, да? Но, кто желает, бывает попозже, чем-то занят ребенок, там, вот, угу. то... Туда мы даем маршрутку, как проехать из Барнаула. До Барнаула тут ясно, трасса государственная. И дальше он едет, это 156 километров от Барнаула. Угу, угу. Говорим, где свернуть, ну полная маршрутка. А еще во вторник от нас из деревни сюда приезжают молочники. То есть они нас держат коров, и они во вторник приезжают сбыть продукции сюда. И с ними можно договориться, ну так, как на поезде такая же цена, там он 360 билет стоит. Угу. За эту цену. И они привезут прямо в лагерь. Угу. Потому что у нас там разъезд, степь, все здания поломаны, ничего нигде нет. Нужно сойти, а приходит поезд в 12 ночи. То есть это никак без согласования. Когда на машине на своей, тогда попроще. Вот у нас из Москвы была большая группа детей. Вы можете узнать, кто к нам приезжал. Храм Христа Спасителя знаете где? Да, конечно. Вот, если от него на этой стороне канала, прям через мост перейти только, прям сразу, только перейдешь, и тут же храм стоит. Храм на Берсеневке называется. И там игумен отец Кирилл Сахаров. И он приезжал с группой, и воспитатели были.
Когда большая группа, то, ну, договаривается там приехать, ну, большая, что у нас, 10 человек, это уже большая. Вот. То едут и воспитатели. Они, конечно, нам подчиняются, тут много работы, готовить обеды, это не просто так. У нас своя пекарня, молоко все свежее, то есть... Питания такого ни в одном лагере нет. То они там объедками кормят, то отравились. У нас за 43 года не было ни одного случая заболевания, отравления, повреждения. Это что-то говорит. Угу. Каждый день до 6 раз купаются только. Вот. Здорово. Плавают в воскресенье на лодке. Раньше было на лошадях учили ездить. Они учатся всякому труду, сами стряпают. Я печник был. Две русские печи. Детям это очень интересно, нравится. Угу. Ну, строго в чем заключается? Допустим, с девочками там воспитатель. Кели, это у нас такие, как вот раньше на Украине мазаны были из прутьев, заштукатурены и все. Ну, тепло. Мы говорим, что с собой брать. Легли спать, ни одного слова шепотом. Никак. Мы предупреждаем их, они это знают. Если они нарушают, они сразу же будут наказаны. А как? Сразу стучится старший, дверь открыть, они запираются изнутри. Так, кто смеялся? Молчок. Значит, все виноваты. Одевайтесь. Спать другие будут, вы будете 2 часа на часах стоять. Ну, 2 часа это много, мы делим на 4 части. 1/2 часа. Им руки прутик дается, вот стойте на вахте рядом. Оденьтесь хорошо, чтобы комары не кусали. А бывает так. В это время я прихожу в лагерь и гляжу, там их уже 6 человек стоит, нарушителей. Я их потихоньку выманываю из лагеря, и мы пошли тогда в степи, я им рассказываю о звездах, о полях. Так они другим расскажут, другой умышленно хочет нарушителем быть, чтобы... все это услышать и увидеть. Иногда мы среди ночи заранее договариваемся, безлунная ночь, безоблачная, и по звездам, чтобы они астрономией разбирались, пройти, как пшеница шумит, послушать, как совята кричат. Они все время у нас, дети, ходят босиком, как только солнце взошло, траву подсушило, уже босиком. И поэтому они так прожариваются, что наши дети практически никто не кашляет. Они через подошву, акупунктурное лечение. То есть у нас все это необычно, да? Угу. Какого возраста, вот сколько человек? Возраст 7 лет это самостоятельно. До 7 лет должен быть со старшим, или с сестрой, с братом, или с родителями. Угу. Ему требуется особое внимание. И до какого возраста дети там? Ну, последняя у нас была бабушка 72 года. А, то есть без ограничения, да? Без ограничений. Ну, конечно, если его 18 лет, то уже мы не принимаем, он должен быть с кем-то, как бы сопровождающий. То есть лагерь-то детский. Угу. Не детский, слово «да». Понятно. И вот если вы пойдете туда, к храму Христа Спасителя, вы с ним переговорите. Это замечательный человек. Он член Союза писателей Российской Федерации. Угу. Такой умница. И он с целой группой был. И написал там вообще, на земле алтайской, вы-то найдете, что написал, когда откроете «Для слова Божия нет уз». Книга это называется на нашем сайте. Угу. Библейский православный сайт. И там книга открыта «Для слова Божия нет уз». И по лагерю вы найдете, где он там говорит об этом. Называется заголовок «На земле алтайской». Да, хорошо, я почитаю обязательно. А в этом году... все это будет интересно. А в этом году он группу не собирает? Нет. Что-то у него делали операцию, он операции был, я не знаю, как его сейчас. А у нас были миссионерские поездки в прошлом году. Мы проезжали по многим городам, по государствам, где я дарил в каждой библиотеке свои книги, 38 томов. И мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Прошли Скандинавию и Прибалтику, прошли Турцию, 6 мусульманских республик. То есть у нас очень богатый опыт миссионерства. Здорово. Но понятно. Мы, видите, с этой миссией нельзя проехать. Мы дарим. Дарим. Именно и в королевские библиотеки, ну, все государства, какие в Европе есть, посещены нами. Вот. Мы хотим, мы, как называют, миссия мира. Мы призываем людей, доказываем на основании Слова Божия. Бог призвал нас к миру, к самоотверженности. Мы не государственный лагерь. У нас вот 100% расходов падает на нас, а в государственных только 10%. Остальное берет на себя профсоюзы и администрация. Мы не на равных идем. Хотя у нас 2,5 раза и больше, дешевле. А сколько стоимость, я еще не спросил. Нынче 6,5 тысяч за месяц. 6,5, ну это недорого, да, конечно. Угу. Совсем недорого. Так учитывая, что это 100%, так мы покупаем, вот сейчас только завезли сухофрукты, там, растительное масло, покупаем рыбу. У нас посты соблюдаются. Угу. Через неделю будет пост. Не через неделю, а вот
с воскресенья уже начинается Петров пост. Угу. Они, дети, даже не замечают. У нас зелень есть. То есть все. И пост такой легкий. Рыба, стрипня постоянная. Комплексно, что... Алло. Да. Связь пропала. Да. Алло. Я вас слышу немножко. Да, я вас тоже слышу, но вот теперь вас еще не видать, вас совершенно не видно. Да, 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 я тоже вас не вижу. Ну, слышу, по крайней мере. Ну вот, вы в Mail.ru знаете эту систему? Мой мир? Ну, я не очень ее пользуюсь, но знаю, что такая существует. Ну, она легкая, там за 10 минут образуете свою страницу и выйдите на меня. Но у меня две страницы, одну модераторы копируют. Где я в шапке стою, на другой я с голубем. Да где в шапке? И тут я вам тогда все скину, все, путевка, что с собой брать надо, и вам нужно набрать команду, где-то сообщите там, повешайте объявление или как. Я объявление скажу, вот какое я говорю, из этого уже можете выбрать. Я просто скину вам содержание под эту. Команду мы вряд ли соберем, но индивидуально вот было бы здорово. Кто-то там собирался с Москвы, писали, сильно собирались, несколько семей. Но это было еще осенью, да. Мы никого не фиксируем, дело покажет. Ну, это надо контакты какие-то, да, у меня же ничего... Сегодня никаких контактов нет, только через отца Кирилла. Отца Кирилл Сахаров, его фамилия, игумен. Угу. У него там и патриарх бывает, и он очень, очень знаменитый. Я в прошлом году был у него в храме, 4 проповеди сказал в храме. Понятно. Ну, мне понятно, собственно, чем занимаются дети, как занимаются дети. Да, мы собираем травы, травы разные собираем. Она может приехать с травами. Если были бы какая-то посуда пустая там или что-то сахар, то у нас клубники много, будем собирать. Ну, на следующий год мы не знаем, как, сколько будет-то. Она могла бы вам для радости привезти баночку, банку трехлитровую ягод сама. Сама бы там она добрала, сама варила. И знаете, как интересно было. Ей многое, что ей сейчас нравится, оно не на первом плане будет. А сколько обычно детей собирается вот на один заезд на месяц? Один заезд, сказать, мы так не считаем, потому что постоянный заезд уезжают. И со взрослыми у нас за лето было, это прошлые годы, 108-109 человек. Ничего себе. Ну, да, это со всеми вместе. А для детей тут меньше бывает 30, 40, 50, там, ну вот в этом радиусе. Эти годы у нас не было, и поэтому детей было меньше. Потому что объявления не давали, воспитателей было меньше, и обслуга все наша. Наши люди это волонтеры, все работают бесплатно, все до одного. Вот я 43 года за это ни рубля нигде не получил. А это такая ответственность. У нас столько врагов было, эти коммунисты нас сильно насчитали. Было, эти коммунисты нас сильно насчитали. И мы от него отбились. Полное покой сейчас, нам не лезут. Сейчас, наверное, вы покажете. Точно. Да. Так. Что-то вы так одеты по ночному-то. Да нет, почему? Просто очень жарко. У нас тоже жарко. У нас тоже жарко. Так, ну вот в Mail.ru заходите. И я туда все скину, остальное дело будет видно. Может, как Господь усмотрит. Я сейчас не знаю. Вот вчера к нам приехал один из Мурманска. Это на 2500 километров дальше вашего. Вот у нас крещение будет. Сейчас прилетает из Франции, из Германии. Это да, дальше намного Москвы. А Москва у нас перевалочный пункт только был. Понятно, понятно. Видите? Хорошо, я все поняла. Я тогда... ознакомлюсь со всеми источниками, которые вы мне сейчас дали, на Mail.ru зарегистрируюсь и продолжим общение. И прямо, как, вас как фамилия-то? Акулова. Акулова. У нас были Акулова, они в Америку уехали, баптисты. Хорошие ребята. Но мы православные, у нас разногласия-то есть, не так. Так, мы сразу говорим, название полное лагеря такое. Православный детский трудовой лагерь «Стан». Имени Климента Анкирского. Это в 312 году был замучен один епископ. В 312 начале эры. Епископ. Он был у сиротою, его мать умирала, 6 лет он остался полный сирота. И подруга матери взяла его. И в это время был голод большой в Галатии, детей выбрасывали при дорогах, дети погибали. А он их собирал детей,
мать была богатая, это, ну, приемная мать-то, и он их приводил ко святому крещению, то есть заботился о детях. А у нас бывают отовсюду дети, мы, ну, незнатные, поэтому какой бы ребенок ни был там, это все наш. Все понятно. Хорошо, спасибо большое за время, которое вы мне уделили. Да. Я свяжусь с вами, у меня теперь есть все ваши контакты. Так, вы знаете, что еще? Вас Елена звать? Да, Елена. Вот, вы зарядите в Ютубе канал Игнатия Лапкин. Хорошо. Открытым оком. Там наших 2890 роликов. Наших. Это море. Вы там зарядите в поисковик лагерь, вы увидите, как в лагере дети, как там спортивные занятия купаются. Вы все найдете. Видеоканал «Открытым оком» Игнатий Лапкин. Хорошо. Вот. Я поняла. И форум такой же. Форум. Ну, форум это 1570 тем разных. Там отдельно зарядите дети. Форум Игнатий Лапкин. В Яндексе, там в Гугле разницы нет. То есть очень, очень большая работа идет в интерсети. Здорово. Даже удивительно для меня слышать, я не имела представления. Я много лет вел занятия в разных университетах, 3 радиопрограммы вел во всех отделах милиции, воинских частях. То есть у нас знакомства очень много по всей стране. Я скажу, что самое дивное, я узнал, как много у Бога добрых людей. И всегда говорю, почему-то они мне встретились и приняли участие в моем деле. Ну, потому что есть вот такой энтузиаст, который это дело все... организовал, взял на себя эту ответственность. Ну вот деревню с нуля строить. Вы понимаете, как долго получать землю пришлось. Наконец мы получили землю с нуля. Теперь там государственная школа. Это не пензенские затворники. У нас там интернет и музыка, и иностранные языки. Все, государственная школа с нуля. А там всего ничего, там 15 домов нету. Даже удивительно. У нас населяться может тот, кто отвечает 5 требованиям. Первое, он должен доказать, что не лжет. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И вот тогда мы ведем первый разговор. У него должны быть средства для того, чтобы построить и купить скотину, ну и проще жить. Так что сегодня немного находится. Но которые приезжают к нам люди, у нас отовсюду были, с Америки, с Бразилии, они удивляются и говорят, и у нас там такого нет. Это семья, одна семья. Но каждый живет от своего труда. Никто ни на кого не работает. Хорошо работает у него достаточно, как вот у нас староста деревни, а она у него завучем, как бы в школе, ну, старший учитель. А у него там 4 машины, там 3 трактора, крупного рогатого скота, кажется, 40 голов, пашня 180, он пшеницу сеет, гречку. Вот те люди, которые кормят страну. Вот, дочка сейчас закончила медицинский университет, сын заканчивает строительный. Понятно. Грандиозная работа. Вообще. Да, деревня это, как писал Твардовский, зарю с зарей смыкал мужик. Да. Понятно. Что, ну, вопросов нет больше? На самом деле, на этот момент нет. Я услышала больше информации, даже чем я способна за раз, как говорится, усвоить. А вот послушайте, я прочитаю, что в путевке есть. Памятка о том, что нужно ребенку иметь с собой на месяц в лагерь стан. В скобках, это же и взрослому. Первое, верхнюю теплую легкую одежду. Балоневый покров запрещен, потому что у нас каждую неделю костер, картошка, концерт ставится, и там искры летят. Второе, носовые платочки, 4 штуки. По 2 смены верхнего и нижнего белья. Девочкам длинное платье до пят, в скобках, для церкви. Праздничные платки, косынки. Четвертое. Простые носки, теплые носки. 3 пары и 2 пары. Легкую обувь и резиновые сапоги. Желательно на размер больше. Потому что бывают сыры, тогда мы целыми днями фильмы смотрим. У нас фильмов там, наверное, около 500. Там природа, там детские, ну, исторические, патриотические. Там головной убор обязательно. А для девочек 2 платка и 2 булавки. Одеяло простое, по 2 простыни, наволочки. Теплое одеяло здесь есть. Мыло туалетное 2 штуки, мыло хозяйственное 2 штуки, сумку-рюкзак с меткой, надписью своей фамилии, инициалов, кружку, ложку, чашку, несколько чистых тетрадей, ручку, карандаш. 12-е, нитки, иголки и удочки на гальяна.
Дальше. Ничего не привозить из компьютерных игр. Играющим запрещено приезжать. Деньги, часы, телефоны сразу же отдаются воспитателям, возвращаются при отъезде. Запрещается категорически привозить животных. Все. Но дети должны провериться на кожное заболевание, педикулез, это завшивленности, чтобы не было. Мы за этим строжайше смотрим. За нами следит санэпидемстанция. И у нас не было ни одного нарушения, ни одного заражения. Ни одного за 43 года. Все понятно. Нас Бог хранит. Мы начинаем день с молитвы. Утром гимнастика сделали. И сразу на молитву помолились. Считают Евангелие. Ну, а потом уже сразу работаем. Пилят, кто помогает на кухне. А вот девочки чем занимаются? Работают? Девочки занимаются так же, как и мальчики. Вместе они. И вместе пилят дрова, и вместе на огороде. У нас разделения в этом нет. Разделение только в том смысле, что если много бывает людей, то мальчики обедают в первую очередь, во вторую девочки. Это и показывается как. Что девочка должна быть всегда в подчинении. Это ее роль. Мальчик должен, если потребуется, даже жизнь отдать за нее. С такой строгостью. Ну, мы говорим вам в идеале как. На деле бывает так, он приедет, он родную сестренку долбит. Но это из него скоро выйдет. У нас наказание какое? Мальчик обозвал девочку. Ну, обозвал ее, она почти сирота, мать пьяница. И назвал ее вшивая. В самом деле у нее были вши. Но он не знает, что как только в день она приехала, ее сразу обработали, и у нее ничего нету. Но она обозвала, ей-то обидно. Ну, девочке-то 6 лет. Она корову дома доила, выходила на трассу, барнул Новосибирска, продавала шоферам, чтобы купить хлеба. 6-летняя. Ну, естественно, что ей особое внимание. А он ее обозвал. Ну, ее видно, она девочка-то как самостоятельная-то. Ну, его сразу перед строем, так ты Ирину так обозвал, он должен сознаться. Не сознается, я его не буду наказывать. И все говорят, да, мы слышали, он, я назвал так. Так, теперь подходи, ищи в ней в голове. Если не найдешь, будешь наказан. А что он найдет? Ничего нету. Ну вот первое тебе наказание. С сегодняшнего дня ты все время будешь играть с Ирой. Везде будешь за нее заступаться. И ты увидишь, какая она хорошая. Ты посмотри, вот сейчас пройдет лет 8, ты же вьюном будешь ходить вокруг нее. Парень голову мою опустил, все. То есть мы очень серьезно подходим. Ну уже видно, что русская красавица. А когда пойдет в церковь, ты же глаз не оторвешь от нее, какая она. Это вот один из моментов я рассказываю просто. Принцип понятен. Да. Ловят рыбу, и девочки тут же все с удочками стоят, им интересно, а чем она отличается-то? Ничем. У нее все то же самое, но только в церкви они стоят налево девочки, направо мальчики. Такой у нас порядок. У нас сейчас строго дисциплина. Ни одного слова шепотом в храме не скажут. У нас не продаются ни свечи, ничего. Нигде ни одной копейки нет. Ни крещения за деньги нет, ничего. У нас члены церкви платят десятину, и на этом все. Ну, вот меня всегда удивляла вот эта вот финансовая сторона вопроса, связанная с церковью, что не зайти в храм, не, как говорится. Ну, у нас этого нету. Нету, вообще нету ничего. Ни за венчание, ни за какие-то... Там что-то надо отпевать или что-то. К посторонним батюшка не идет, а знает своих. А у своих, которые точно, что крещены. И все. У нас деньги вообще нигде и никак. С тарелкой по храму не ходят. Висит ящик на нужной церкви, кто надо, положит. Ну, это другой вопрос, конечно. Да. Добровольное дело. Церкви не могут сегодня этого сделать. У них все бизнес церковный. Да, бизнес. Один сплошной бизнес. Совершенно верно. И это отторгает на самом деле. Отторгает. Вот. А когда к нам приезжают священники, они бывают, и они понимают, что это хорошо, мы у себя так же сделаем. Но ни один не мог сделать. Ника. Почему? А его сверху архиерей долбит, дай. А он где возьмет-то? Ему надо с чего-то брать. А у нас этого нету. Архиерей, он был, он без носков ходил. То есть мы сами такие бедные, у нас такие же и священники. Батюшка у нас не бедный. У него свой дом и своя отара овечек. У него иногда до 100 овец доходит, он сам пасет. Жена у него там агроном, она тут с институтом, кажется, сотрудничает, с сельскохозяйственным. То есть у него все свое, ему нужды никакой нету. Понятно. Ну, это нормальный, здоровый подход. Вы найдете ролики, когда зайдете на наш YouTube и увидите, батюшка выгоняет овечек. На неделе прислали оттуда. Как хорошо. У нас в храме стоят, как... Ну, все-все-все увидите. Хорошо, я все пересмотрю обязательно. Я спасибо голубей держу. Вы увидите там голубей, как я к голубями вожусь.
Хорошо, я посмотрю. Спаси Христос. Да, я свяжусь с вами. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.